Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Condemned 2. В предыдущей серии мы были на фабрике, могу сказать, что мне там не сильно понравилось. Жертва умерла от выстрела в голову. Похоже, у нее все органы вынули. Now the killer inserted what I'm guessing to be a large hunting knife, roughly 6 to 8 inches in length, here at the base of the belly. He then made an X-shaped incision that extends up to the bottom of the chin. He clearly was not concerned with surgical technique. It appears he only wanted access to the rib cage and. You said you found a connection. Ты же сказал, у тебя связь есть. I'm getting to that. Я к этому и иду. Роза, я устал. У меня голова болит. Давай быстрее. All right. Take a look at this. Посмотри на это. When I first examined the crime scene photos you sent me, когда я первый раз изучал фотографии, которые ты мне прислал, кое-что я нашла в теле. У него что, деформация? Возможно. Выглядит знакомо? It's an X-ray on my chest. You showed me this during the SKX investigation. Это же рентген моей грудной клетки. Почему это все считается таким секретом? И почему то же самое было сделано с Ван Хорном? Его голосовые связки вырезаны. Вопрос? Кто пытается держать это в секрете? Короче, у нашего главного героя что-то с организмом сделали, у Ван Хорна. Как-то это на них влияет очень сильно. К чему бы это все? Пока ж непонятно. Вообще непонятно, как это связано с теми дебильными куколками из предыдущей серии. Надеюсь, сюжет все-таки маленько как-то так встряхнет головой, да вернется в более-менее осмысленное русло. Потому что то, что творилось в предыдущей серии, я не могу сказать, что мне очень нравилось. Но вообще пока что игра все равно радует. Особенно мне понравилось, когда мы вернулись к манекенам. Это было просто шикарно. Вот это было натурально. Еще кое-что. Я слышал разговор. Не знаю, могу ли я верить Дорланду. Дорланд уличная тварь, если ты хочешь меня спросить. Да, между вами точно любви не ожидается. Так, приляг, говорит, на стол. Хочу сделать рентген твоей груди. Посмотрим, может, у тебя то же самое. Да, графон тут, конечно. Да ладно. Лежи спокойно, я сейчас вернусь. Несколько снимков сделаю. Попробуй не шевелиться. Роза, я хочу уже выбраться отсюда. Роза, ты там? Я вздрогнул. Блин, в наушниках не надо ночью играть. Так, что происходит? Капец, мы в морге. Замечательно. Обожаю морг. Роза куда-то по делам своим ушла, наверное. Так, паренек отсюда пропал. Знаешь, что ли, сфотографировать? Сфотографировать вот это, наверное. Так. Сфокусируйся-то. Это оно? Фото получено. Блин. Hello?
Эй. Вот за такие моменты я люблю Condemned. Вот это вот круто. Это страшно, натурально. Кто там? Понял. Хотя, знаете, там все-таки, по-моему, лучше было. Эй, здесь есть кто? Блин, это все так в духе Фира. Так и кажется, что сейчас где-нибудь вот там он в уголке появится на несколько секунд. Альма. Так силуэт промелькнет. В принципе, та же самая контора делала, это неудивительно. Так, секунду. Так, что у нас? Что это было? Увидели? Офигеть, что так жутко-то? Это же надо было настолько зарядить атмосферу, что, блин, обычный лифт уже в состоянии напугать. Ой, блин. Так, биологически опасные материалы. Так, ну я определенно сюда не хочу идти пока. Статика одна. Блин, такие шлейфы от всего, как будто на плохо пережатом видео. Ладно, у нас теперь нет света. Хорошо, отлично. Но замечательно, блях, вот ненавижу. Вот кого ненавижу, так вот... Спокойно. 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 Главное не упускать это место из поля зрения. Ой, сейчас за спиной наверняка тень будет. Так. Ладно, нафиг.
Эта игра меня доконает. Блин, вот вы понимаете, да, что такое хороший хоррор? В этой игре есть как плохой хоррор, это вот предыдущая серия, так и хороший хоррор, это вот эта вот серия. Настолько разительный контраст, насколько там говёно все было сделано, настолько же шикарно, это вот просто первоклассный шутер, то есть, блин. Лучше, по-моему, просто некуда. Такие дела. Такое ощущение, что разные люди делали разные эти локации. А это что такое? Уа! Супер! Все лучше и лучше. Что там происходит? Мы не знаем, сэр. Во всем блоке электричество вырубилось. Мы разбираемся. Здание в безопасности? Я верю. Скоро узнаем. Держите меня Короче говоря, извещайте меня обо всем, что происходит. Да вашу мать. А мне точно сюда надо? Слабаки. Слабаки кругом прячутся от меня. Откуда такие берутся? Трусло одно. Да харе, ну. Столько всего, столько всего. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Это то, что я думаю. Опять кругом этот мазут непонятный. Супер! Зачем я сюда пошел? Блин, а сейчас что-нибудь произойдет, я кони двину. Вроде живой пока. Твою мать. Откройте двери. Да, Хар, ну что светилуете? Где остальные?
Не знаю. Не отвечает. И обыскать зону. У меня плохие предчувствия. Так, это тут я. Да, понятно. Что-то совсем все плохо. Мистер Томас, right? Мистер Томас, я агент Пеннингтон. Вы в порядке? Я в порядке. Что происходит? Нужно вас вызвать отсюда. Эвакуируем здание. Сможешь открыть с своей стороны? Магнитные замки не откроются, пока электричество не включишь. Мистер Томас, try the door. Глава службы безопасности, значит, да? Мистер Томас, are you sure you're all right? Мистер Томас, ты уверен, что ты в порядке? Ты теряешь контроль, как и остальные. Who the hell are you talking to? С кем вы разговариваете? Забудь этого парня, он уже труп. Ты не настоящий, ты тратишь время. Мистер Томас, с кем вы разговариваете? Команда охраны, прием. Черт. Назад. Со мной пойдем. Оставайся близко ко мне. Куда ты ушел-то? Ну подожди, блин. Твою дивизию. Не убегай. Кровище, браток, кровище. Миллер! Миллер! Миллер, все. Выбирайся, их слишком много. Что? Он мертв. Да, выбираться отсюда. Дружок, ты бы так не садил по... Патроны все потратишь. Нужно выбраться отсюда, и все будет в порядке. А вы кто? Так сложно целиться. Ладно, я свою часть задачи выполнил. Теперь ты давай. Так, я могу присесть, нет? О, вот это плохо. Когда игры совершенно для этого не предназначены... Да падай ты уже. Игры совершенно для этого не предназначены, начинают превращаться в шутер, это становится печально. Так, подожди. Потому что управление здесь совершенно не предусматривает стрельбу. Она слишком коряво получается. Ладно, возможно, я и привык. Ну, давайте мы тогда попробуем опции, что ли, чувствительность убавить. Потому что это же вообще кошмар какой-то. Где-нибудь вот так до 10. Чуть получше будет, возможно. Так, дружок, ты главное не умирай. Только живи.
вражина. Да, полнейший капец. Так, нет. Да блин, не та кнопка. А! Да чё вообще? Я потерял напарника, где он? Блин, я ничего не вижу с этим отсветом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да твою мать. Да? Ой. Так, ладно. Надо вернуться назад. Что-то эти приколы со зрением меня не радуют. Я вообще ничего не вижу из-за них. Только начнешь фокусироваться, какой-то фильтр другой врубается. Там вспышка какая-нибудь. И скажешь, что очень хорошо. Блин, там... Подожди, какой 16? У меня же 30 было. А хрен поймешь. Так, ты убил там кого, нет? Зря вы, товарищи, превратили игру в шутер. Это ей определенно не очень нужно было. Вообще пофигу, что ли? Не пойму. Похоже на то. Ай, блин, да что ж тебя шатает-то так? Ой, давай, 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 дружок. Блин, да. Ну, допустим, убили. Хоть это было и достаточно тупо. Что-то у тебя лицо какое-то неспокойное. Давай, дружок. Ты их видел вообще, нет? Вот у меня так... Тихо. Вот у меня такое ощущение, что их только я вижу. Блин, да хватит меня фонить. У меня уже натурально глаза болят от этого. О-о-о. Ты это видишь, нет? Ребята, это плохо. Где выход? Должен быть прямо здесь. Прямо здесь должен быть. Да откуда ты? Я тебя даже не вижу. Да. Капец, пока сориентируйся, они уже успеют тебя убить. Хватай, хватай, мать твою, за ногу, хватай, нас убьют сейчас. Я чё, умер? Или чё?
Ой, блин, что происходит вообще? Итан, лежи спокойно. Блин, вы натурально перегибаете палку. Все еще галлюцинации. Возможно, это из-за бухла. Да не из-за этого. Ну да. Ладно, я пойду обработаю. А Феррелл тебя хочет увидеть в своем офисе пока что. Будь поспокойнее. Скотина. Блин, я не знаю. Ну вот, какое крутое было начало серии, такое же говно было к концу серии. То, что тут конец происходило, это натурально. Я не знаю, как это объяснить. Вроде одновременно и любишь эту игру, и одновременно ее ненавидишь. Слишком это было коряво. В шутер зачем-то превратили. Зачем? Не знаю. Так, ладно, какой тут офис они говорили-то? Где этот начальник у нас? Так, ладно, туда я пока не хочу. Возможно, мне... Ну-ка, тут что? Здесь вообще не то. Возможно, мне в ту сторону нужно идти. Бегаешь ты что-то не особо. Нажимаешь кнопку бега, так... А, вот теперь нормально побежал. Так, ладно. У нас тут, кстати говоря, тут больше ничего нет интересного. Тут, скажем, я сюда ни разу не торкался. Ну нет, похоже, что нет. Так, ну ладно, тогда пойдем в лифт, что ли, я не знаю, попробуем туда зайти. Пусто, пусто. Ну сюда я не думаю, что можно пройти, потому что двери непрозрачные. Так, я не знаю. И не сюда. Хорошо. Эта дверь не открывается. И эта дверь не открывается. Что же тогда нам делать? Давайте тупо торкаться во все двери. Найди офис Феррелла. Это не офис Феррелла, явно. Это тоже не он. Ой, бляха. Куда идти? Тут дверь закрыта. Еще раз сюда поторкаемся. Закрыто. Замечательно. Куда мы двигаемся, я не понимаю. О, так. Лиза, подскажи мне что-нибудь, у меня уже крыша едет от этой игры. Скажешь что-нибудь, нет? Или тебе лучше в кишках ковыряться? Предательница. Так, может вторую снимок тоже сфоткать? Потому что у меня что-то тут в заданиях опционально по этому поводу говорится. Возможно, тебя тоже. Так, подожди. Что это было? Я же нажал фотографировать. Ну ладно, допустим. Так, что дальше? Я прям даже удивляюсь. Куда же нам идти тогда? Мне все-таки сдается, что в лифт, но... Там нужно кнопочку какую-нибудь найти, но я вроде всю панельную прибор уже... Панельную прибор... Приборную панель. Все изладил, кажется. Ну, я не знаю, но вроде все. Звонок. Кнопки. А, вот все. Прошлый раз вроде сюда наводил, ничего не было. Thank you.
Хорошо. Короче говоря, все вот эти вот его придурочные галлюцинации, можно оправдать вот эти все видения, вот эти вот мазутные человечки, куколки. Но это все равно, по-моему, на пользу игре не идет. Где она? Вот, скажем, в Крайофире том же лишнего вообще ничего не было. Здесь же очень много лишнего. Здесь очень много натурально крутых моментов, но и отвратительных моментов тоже полно. Да ладно, кому я рассказываю, вы сами все видите, верно? Так, вот, похоже, наш начальник. Давайте поговорим, это уже серия, наверное, будет завершаться. Заходи, мистер Томас, садись. Налить тебе чего? Некой газировки и аспирина. Да забудь. Мистер Томас, пожалуйста, сядь, чтобы мы могли начать. Окей, начнем. Ладно, давай начнем. Я буду задавать тебе вопросы, чтобы понять, что было в той миссии с Ван Хорном. Отвечай честно. Готов начать? Да уж, готов. Что произошло сразу после того, как ты покинул отель? Мы оттащили тело Ван Хорна подальше от отеля. Леру был с группой все это время. Я, кстати говоря, не уверен, потому что я его несколько раз видел, что он отделялся там. Но с другой стороны, он нам помогал, поэтому, возможно, его нужно прикрыть. Так. Нет, я отвечу, я не думаю. Что дальше произошло? Так. Дорланд выстрелил в трансформатор и создал небольшой взрыв. Дорланд shot a power transformer, creating a small explosion. And that's when you were separated from the team. В этот момент ты отделился от команды. Рискуя успехом. Господи, это не моя вина была. Грил Дорланд или Леру. Из-за них все произошло. Мистер Томас, ты должен знать, что специальный агент Дорланд пропал без вести. Агента Леру мы подобрали через несколько кварталов. Они разделились. Давай заполним-ка все бланки для нас. Давай продолжим. Где был ты, когда вертолет приехал? Так, я был на старой кукольной фабрике. Ой. Объясни, что произошло, когда Ван Хорн, Ван Хорна когда... Блин, чего у меня язык не ворочается? Блин, а я не знаю, что было с вертолетом, когда они туда затащили Ван Хорна. Ну, вертолет улетел, наверное? Нет. Ну ладно. Кто приказал пилоту оставить команду? Эти разговоры вообще мы слышали, нет? По-моему, мы их даже не слышали. Так, я точно не говорил, чтобы он оставил команду. Леру, возможно. Нет. Блин, это самый ужасный допрос. Следующий вопрос очень важный, мистер Томас. Почему команда разделилась? Давай закончим. Ты не хочешь, чтобы я возвращался. Дорланд этого мне все очень отчетливо пояснил. Ты отдал Дорланду приказ оставить меня позади. Допустимые потери и прочее. Тебе Леру это сказал? Ты даже не отрицаешь? Да было недопонимание. Недопонимание? Меня почти убили. Ну-ка сел. Да пошел ты. Я приказываю тебе сидеть. Господи. Да пристрели меня и закончим. Зачем ты меня вернул? Ты знаешь Ван Хорна. Очень важно, чтобы мы контролировали ситуацию, поэтому нам нужен был Ван Хорн. Кооперирование, мистер Томас. Это все, что я хочу. Взаимопонимание.
А потом что, убить меня? Ты все неправильно понял. Ты врешь. Зачем был приказ оставить меня позади? Это не от меня приказ исходил. Мои приказы были хранить тебя в безопасности. Клянусь. Ой, что с режиссурой в этой игре, а? Простите, директор. У меня агент Дорланд на телефоне, он говорит, что это важно. Врубай его. Все в порядке там? Да, все в порядке. Агент, где вы? Мэр была убита. Что? Где? Она была найдена. Все, что от нее осталось, около нового музея в центре города. Нормально. Так, ну что, на этом, наверное, мы завершим эту серию. Могу сказать, что она, опять же, была противоречивой, как и предыдущая. Но предыдущая была говно. А вот эта вот в начале и большая половина этой серии была натурально офигительной, когда мы в одиночку бродили по этому непонятному офису. Это было натурально до того страшно, что я аж проникся. Но под конец опять вот что-то оно в какой-то непонятный шутер перешло. Зачем это все нужно было делать? Но как бы там ни было, все равно игра пока что, ну, какой-то интерес к ней есть. Она вроде как не разочаровывает и далеко не безнадежна. Так что увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.